Всем привет! Сегодня мы будем делать вкусные вафли с начинкой. Нам надо 4 яйца и 1 стакан сахара. Немножко соли, совсем капельку. Сахар с яйцами мы будем взбивать миксером. Теперь сюда мы добавляем пачечку ванильного сахара или просто ванилина, 1 пачечку бак-пульвер или разрыхлитель, добавляем 1 стакан муки, 150 грамм маргарин. Добавляем стакан молока. И приводим все это в однородную массу. Такая у нас должна получиться масса. Муку я еще добавила, плюс-минус здесь, смотрите, потому что мука у всех разная. Теперь отсюда я возьму немножечко, ну так скажем, 1 половник, 1 поварешку. Здесь у меня какао, 1 столовая ложка какао. Ну, примерно вот такое вот количество у нас получится. И делаем шоколадное тесто. Все это хорошо перемешиваем. Вот такое у нас должно получиться тесто. Такой густоты. И такой же густоты у нас должно получиться наше шоколадное. Когда вы смешиваете какао с тестом, если вы видите, что оно густоватое, можете добавить немножечко молока и также все хорошо размешать. Все, ждем, пока нагреется наша вафельница. Начинаем. Берем неполный половничек, вливаем в середину и совсем немножечко. Вот так красиво распределяем наше шоколадное тесто. Закрываем. Та-дам! Красота! Опа! Посмотрите, какая у нас получилась. Ой, горячая-горячая вафелька. Ложим ее на полотенчико. И также продолжаем дальше. Неполный половничек и сверху совсем немножко шоколадного теста. Но здесь вы можете сами фантазировать, как хотите. Красота! Просто красота! Горячая! Ой, он уже прям развалился у меня. Вот такие вот у нас, посмотрите, горяченькие. Красивые вафли. Продолжаем выпекать в том же духе. И не забываем фантазировать. Красота. Просто красота. Вафельки наши готовы. Их, конечно, получается больше, но их успевают вытаскивать. Такие они у нас интересные получаются. Смотрите, теперь мы сейчас будем их украшать. Начинки у нас получился крем, просто сливки с сахаром. Вот такой вот он у нас стойкий. Я не буду с помощью шприца или чего-либо накладывать. Мы просто сделаем по-домашнему. Даже с ложки не слазит. Ягоду можно брать любую. У меня малинка. Накидываем ее тоже по желанию.
И вот так вот приворачиваем вафлю. Ложим на заранее подготовленное блюдо. Наполовину вафли, нашей большой, так скажем, накладываем крем, тоже по желанию, можно побольше, можно поменьше. Накидываем любую ягоду и аккуратненько приворачиваем. Вот такая вот у нас получается. Нашу красоту мы посыпем сахарной пудрой. У нас здесь вот еще остались вафельки, которые мы тоже присыпем сахарной пудрой. Это красота. Тоже с помощью ложечки будем делать такие вот красивые хаотические узорчики. Все, наши вафельки готовы к чаепитию. Посмотрите, какая красота, какая вкуснятина. Конечно, не успеваешь жарить, все вытаскивается. И та-дам! Вот такая вот у нас еще вафельная красота. Это просто объедение. Все, дорогие мои, с вами была я, Иринка. Ставьте класс. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии.